Людей, которым очки не идут, просто не бывает, уверены стилисты. Главное – правильно подобрать форму оправы. Так обладателям круглого лица подойдут вытянутые формы. Дамам можно выбрать ретро-оправу «бабочка». Тем, у кого лицо имеет квадратную форму, стоит избегать острых углов, смягчая черты округлыми очками, не выходящими за линии висков. Треугольные лица, также их называют сердечками, выгодно подчеркнет классическая прямоугольная оправа. Можно использовать яркие цвета и даже стразы. У обладателей овала преимуществ больше. Этой форме лица подходят разные оправы. Так, с помощью очков можно даже маскировать недостатки лица. Например, заниженная перемычка визуально укорачивает крупный нос. И помните, при правильном выборе очки могут стать стильной деталью любого образа.